Сто лет назад, 15 марта 1924 года, родился Юрий Бондарев, писатель-фронтовик, один из тех советских авторов, непосредственных участников войны, чьи повести и рассказы о Великой Отечественной назовут лейтенантской прозой. «Я только раз видал рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Под этим стихотворением еще одной участницы Великой Отечественной Юлии Друниной могли бы подписаться многие из тех, кто в своих произведениях говорил не только о героях и подвигах, но и о ужасах и трагедиях, сопровождающих любую войну. Честность и искренность лейтенантской прозы стала для современников откровением и признанием той цены, которую пришлось заплатить за одну на всех великую победу. Как эти исповеди писателей приняли власти и обычные советские граждане, и как сложились судьбы их авторов? Ракеты! Товарищ полковник, ромашка пошла! Кто с Максимов пошел? Огня просит! По белохатке огня! Товарищ четвертый! Максимов пошел! Сигнал Бульбунюка! Просит огня! Не слышу! Не слышу! Огонь не открывать? Вы не поняли! Батальоны пошли! Просят огня! Сигнал! Я открываю огонь! Начар, давай! Эпизоды войны, которые было не принято афишировать. Когда все решает твой выбор, а он может привести к гибели товарищей. Реальность и никакой излишней героизации. Тяжелые будни войны. Так писал советский писатель Юрий Бондарев, родившийся 15 марта 1924 года. Именно поэтому его книги и фильмы, снятые по ним, наполнены остротой человеческих переживаний. А война? Война – это испытание, которое откроет правду и о людях, и о тебе. Главное в Бондареве – это вот как раз честное стремление найти вот то самое равновесие между правдой частного человека, нисколько не ретушируя условия, в которых этот человек находился, и правдой общей, которая для него была неотделима от правды народа. Вот, собственно, вот это, вот, наверное, особенность Бондарева. И отсюда у него вот это акцентирование на моральной стороне. Вечная проблема выбора. Лейтенантская или окопная проза. Взгляд на войну глазами тех, кто дрался на маленьком плацдарме. Тех молодых фронтовиков, младших командиров, что ушли со школьной скамьи и вернулись опаленные войной с болью потерь и гордостью за мужество тех, кто был рядом. Они стремились эту свою правду донести всем. Одним из первопроходцев лейтенантской прозы можно считать Виктора Некрасова, который за повесть «В окопах Сталинграда» получил сталинскую премию, а потом, когда попал в опалу, ее запретили. Так что тем, кто продолжил его дело, была нужна храбрость не только бойца, но и писателя. В 50-х Бондарев стал локомотивом этого течения. На момент публикации Бондарев был лейтенантом запаса, но он в годы войны прошел сержантом. Он был сержантом. Офицером он стал уже после войны. Войну они воспринимали прежде всего вот именно как то, что человек видит вот здесь и сейчас. Роман Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», опубликованный в 1957 году, стал чуть ли не символом всего того, что раньше было нельзя. Маленькая история о гибнущих батальонах в начале 50-х даже до редакторов бы не дошла, не то что до публикации. И помыслить было нельзя о том, чтобы солдатская правда столкнулась с правдой командира. Но Бондарев сломал этот шаблон, а следом за ним устремились другие авторы, которые видели именно ту окопную войну. А мы там, под Новомихайловкой, не думали о пополнении от докладных? Мы о дивизии, о вас думали! Товарищ полковник! А вы сухарь. Я не могу вас считать человеком-офицером. Что? Ну что ты? Что ты делаешь, капитан Ермаков? Что ты делаешь? Извинитесь, капитан Ермаков. Сейчас же, немедленно. А я не чувствую за собой вины, товарищ полковник. Впрочем, и в собственной жизни Бондарев всегда отстаивал свою правду, то, во что верил.
Он выступал за сохранение СССР и отказался принять награду из рук Ельцина. За такой демарш против нового времени и власти его даже попытались вычеркнуть из истории литературы. Хотя это было все равно, что сравнять с землей гору. Без книг Бондарева и фильмов, снятых по ним, советскую и русскую литературу представить было уже невозможно. Без бондаревского текста, боюсь, не было бы такого вот широкого движения в литературе. Оно было бы, конечно, но не было бы столь стремительным. Потому что Бондарев обеспечил этому процессу вот такой вот взрывной характер. Благодаря этому взрыву вслед за Бондаревым в русской военной литературе появились другие лейтенанты. Виктор Астафьев, Борис Васильев, Виктор Курочкин, Григорий Бакланов. Они тоже рассказывали простые, но понятные истории о боях, казалось бы, не самых решающих, но важных, как еще один шаг к победе. О страхах, с которыми учатся бороться молодые ребята. О подвигах, незаслуженно забытых, но без которых не было бы общей победы. Например, Бакланов, как и Бондарев, тоже ставит вопрос морального выбора на войне. Бакланов, еще один представитель лейтенантской прозы, также в 1957 году публикует роман «Южнее главного удара». Вот о тех, кто так же, как и у Бондарева, оказался не в приоритете, а тех, кто оказался забыт, подзабыт. Пал, но без этой смерти не было бы победы. Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» стала буквально литературным памятником. Эта печальная история о девушках-зенитчицах стала известна даже за пределами СССР. Например, в Китае по этой повести была поставлена опера, а фильм был одним из самых популярных на большом экране. В 2005-м китайские кинематографисты выпустили сериал, а Борис Васильев выступил автором и консультантом. Впрочем, именно советский фильм 1972 года, снятый Станиславом Ростоцким, стал канонической и самой известной экранизацией лейтенантской повести Бориса Васильева. Эта пронзительная лента, раскрывавшая самую душу каждого из персонажей, заставила биться чаще даже самые каменные сердца. Ну что, взяли? Взяли, да? 5 девчат! 5 девочек было всего-всего, пятеро, и не прошли вы, никуда не прошли. Сдохните здесь, все сдохните. Лично каждого убью, лично, а там пусть судят меня. Писатели-лейтенанты пропустили войну через себя. Они пережили ее, воспринимая как черную, жестокую, но необходимую работу. И каждое их произведение – попытка задуматься о том, как жить человеку на войне, сохраняя честь, достоинство и мужество. А ведь именно это и приводит, в конце концов, к победе. И не только над врагом, но и над своими страхами и сомнениями.